В фойе центра была развернута православная выставка, на которой представлены древние церковные книги и иконы, облачения священников. Настоятель храма, отец Дионисий, рассказал школьникам и студентам о значении праздника Сретения Господня. Напомнил о том, что День православной молодежи учрежден в 1992 году на Ассамблее Всемирного братства православной молодежи. С тех пор в храмах Лазаревского района ведется большая работа по просвещению и православному воспитанию. Работают здесь и воскресные школы. Это день наших юных, молодых граждан России, которые христиане православные, которые растут в сложном мире, часто дезориентированы, не имеют никакой духовной поддержки и часто бывают увлечены тем, что приносит им страх, боль, погибель, неудовлетворение в жизни. Мы хотим им напомнить о их духовных корнях и напомнить о том, что они в этом мире не одни. Дни православного календаря прочно вошли в нашу жизнь. Это Дни славянской письменности и культуры, Всероссийский день семьи, любви и верности, в День памяти святых Петра и Февронии, День крещения Руси, День народного единства, Рождество Христово. Об этом также рассказали школьникам. В завершении же встречи перед ребятами выступили художественные коллективы, исполнители которыми так богат Центр национальных культур района.